попробовать себя в роли хирурга или терапевта, бизнесмена, стилиста, хореографа, дизайнера, строителя или повара. Смогли мальчишки и девчонки-лидерсмены на ярмарке профессий познать невероятное будущее. Всего представлено 22 профессии, каждый отряд представляет свою. Все инструменты и приборы можно потрогать и даже самому принять участие в творческом процессе. Что и сделал Роман Легай на площадке «Повар». Мое задание — приготовить то, что будет вкуснее в столовой. По крайней мере, так понял. Я решил приготовить блюдо под названием «Ромки на счастье». В свое блюдо начинающий повар положил голову свиньи, дельфина, газон и две куриных ножки. А в это время на другой площадке с лупой в руках биофизики изучают горные породы. Бухгалтер в импровизированном кабинете выдает зарплату сотрудникам. Спасатель – профессия для смелых. Каждый мальчишка в детстве мечтает стать пожарным. Сменцам удалось организовать даже целую спасательную операцию. Сейчас всегда готова. Мы представляли профессию МЧС. Мы спасали девочек от пожара, от завала. Их завалило. Сюжет был таков, их завалило бревнами. Развалинами от дома. И мы должны их были спасти. Все профессии важны, все профессии нужны. Еще раз доказали юные путешественники смены очевидные и невероятные.